А рекорд к чему? Учителя Цуганова Татьяна Петровна, Филипова Екатерина Борисовна, обвиняется в том,
Но вопреки желанию детей вести пассивный образ жизни и сидеть с наслаждением на диване, смотреть телевизор, они заставляют их бегать, прыгать, заниматься спортом, играть в волейбол, баскетбол и вообще вести здоровый образ жизни. В подтверждение моих слов я предоставляю видеоматериал. Видеоматериал, пожалуйста. А теперь юноша дает на матери. За 5 секунд умеет отжаться 20 раз. Время пошло! Нет, пока еще ни одного не было. Ну вот видите, зато благодаря стараниям наших преподавателей наша школа имеет возможность занимать первые места в первенстве по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Именно благодаря им наши ученики имеют возможность каждый день заниматься любимым видом спорта. Я прошу полного оправдания моих подзащитников. Больше до скелета говорить не буду. Решайте в камере.
предлагаю рассмотреть дело номер 3. Владимирович, что
вам изучить звезды, решил устроить небольшой фильм. Это ваше личное мнение? Ну, сами подумайте. Откуда вы не возьмете телескоп? Это ваше личное мнение. Да. Спасибо, мальчик. Итак, если начальник закончила, предлагаю рассмотреть дело номер 5. А пока не учитель. Так, хочете приятель Дмитрий Владимирович сказать что-нибудь свое оправдание? Да, я хочу сказать по вопросу оправдания, что моему Николаю и главу Саразии нужно почаще посещать уроки астрономии и слушать внимательно. Я предлагал собраться меня на крыше, а вот и школу. Согласился дать показания против
чтобы она его не просила. Итак, до свидания, суда. Я вызываю и Ильчука Сергея Вячеславовича. Скажите, давно вы уже выступаете? Ну, почти 2 года. И что, все эти 2 года она буквально терроризировала вас с инскопостницами, алгоритмами и другими непонятными вещами? Ну, почти. Вот, допустим, прихожу я к ней, а она тут Никита Карпович. И говорит, мол, проинтегрируй их. Что, вот так каждый день она буквально? Не, ну почему же каждый день? Бывают и всякие самостоятельные работы, экзамены. Это вообще уж никуда не годится. Я вот лично стараюсь изо всех сил выучить уроки, а у меня ничего не получается. Тогда Ольга Васильевна вызывает меня к доске. Я уже не могу с собой ничего поделать, ведь Ольга Васильевна невозможно обмануть. Коленки дрожат от доски. Большое спасибо, мне больше здесь сопротивляться. Сколько раз вы по этому учебному году вы прислушали на уроках обвиняемый Шабанова Ольга Васильевна? 3-4 раза было. Я прежде всего учила вас литературу, я уже потом стала удовольствием.
оказывается, ничего из русской литературы вы не запомнили. Впрочем, умение монологически высказаться, как никто не назвал свое имя, вы научили. Ну, хотя бы на этом спросили. Я считаю, что это отчасти моя заслуга. Ну, а в-третьих, кто-то запомнит, ну, я, например, вот эту видеосъемку без звука. А кому интересно, может взять у меня слова песни «Долго рука и лестница». Thank you.
там, по-моему, все. Не пренебрегайте чужим опытом. Помните,
всегда дороже. Страх тут безумие. Учитесь рисковать.